Всем привет, вы на канале Apollo Games, мы продолжаем играть в Астронир. Так, в прошлой серии мы собирались лететь на планету Новус за литием и гематитом. Гематит это у нас железо. Вообще, давай сейчас посмотрим, у меня очень много байт, что нам нужно сделать. Я думал, что сначала нужно сделать хотя бы средний шаттл. На большом шаттле нужен титановый сплав. Титана у нас точно пока нет. А тут вот на среднем шаттле есть алюминиевый сплав. Средний шаттл нужен для того, я понимаю, что можно с собой брать еще много вещей на нем. То есть тут только можно этот генератор кислорода поставить и все. Он даже генератор энергии, его там нет. Так, для алюминиевого сплава, керамика у нас есть. Алюминиевый сплав, чтобы нам сделать, нам нужна, я так понимаю, химическая лаборатория. Это керамика, стекло и вольфрам. Вольфрам мы в прошлой серии собрали, так что с этим проблем не будет. Давай сразу изучим. Так, керамика, стекло, вольфрам делается на третьем принтере. Понятно. Так, и платформа обмена. Я вот думаю сделать, как мы сказали, тут можно менять лом на другие ресурсы. Для этого нам нужно уже железо, вольфрам и соединение. Железа у нас пока нет. И на большом шредере нужно лом этот получать, короче. Я слышал то, что средний шредер фигня какая-то, а большой шредер нормально. Не знаю, тут нужен карбид вольфрама и железо. Сначала, наверное, попробуем сделать средний шаттл на химической лаборатории. А потом уже будем разбираться с этим после того, как возьмем железо. Так, керамика, стекло, вольфрам. Нам нужно вот это вот поставить. Так, средний шаттл, убежище. Подожди. Или не на этом? На вот этом, да? Центрифуга, химическая лаборатория. Так, давай, где у нас тут вольфрам? Вот он. Давай, ставь. Потом что, стекло и керамика. Можно вот так вот закинуть. И керамика. Керамика у меня где-то вот здесь была, да. Да куда ты падаешь? Давай, начнем сразу делать. Так, генератор у меня не работает, да? Но у меня там есть углерод. Чтобы его включить. Все, поехало. Так, сразу нужно подумать. Что там еще нам нужно? Так, средний шаттл, алюминиевый сплав и керамика. Керамика. У меня больше нет, да, керамики? Давай посмотрим. Это у нас все вольфрам. Это цинк. Одна керамика. Нужно еще сделать, поэтому я, наверное, тогда центрифугу заведу. Глина. Давай. Потом ее нужно будет еще обжечь. Так. Ой, я что-то неправильно, наверное, да, платформу здесь поставил. Давай попробуем. Хотя тут без разницы. Это у нас принтер делает в ту сторону. А тут можно и так. Да, я сделал за кадром, чтобы... такая монотонная фигня. Так, химическая лаборатория. Давай смотреть. Резина с органики и смолы. Пластик с углеродой. Соединение. Алюминиевый сплав. Вот что нам нужно, да? Алюминий и медь. Просто... проще даже, чем я думал. Так, это соединение. Медь, давай, иди сюда. И алюминий. А где у меня алюминий? Сфалерит. У меня что, нет алюминия? Вот это вот беда. Надо, наверное, побольше натащить его сразу. Этого латрита. Так, давай, это, значит, сюда закидываем. И сейчас надо будет двинуть за латритом. Так. И вот так. Углерод можно вон туда закинуть, чтобы сразу возле генератора стоял. Ладно, тогда пойду латерит поищу. Раз-раз. Скинул этот модификатор ускорителя на пушку, потому что, только энергию жрет. Да, конечно, хорошо, но слишком большой минус. Так, все, алюминий у нас есть, давай сюда. И медь у меня здесь лежит. Давай теперь запускать это. Алюминиевый сплав. Поехали. Долго делать там будешь? Пусть пока делает. Здесь еще есть дела. Давай. Почва. Центрифугу сразу это все сбросить. Давай обратно ставить контейнеры. Где второй контейнер? Вот он. Он тут же и остался.
Так, а пока на центрифуге, наверное, делать ничего не будем. Если что-то понадобится, то уже сделаем. Как-то долго. А, ну вот, уже заканчивается, да? Все? Эй. Готово. Даже звук такой, как у микроволновки, типа, приготовилась. Алюминиевый сплав. А сколько там? Подожди, средний шаттл. Один алюминиевый сплав, две керамики. У меня все готово. Так, это у нас на четвертом, то есть здесь. Средний шаттл. Ну-ка. Не, ну он не намного больше. Я думал, он прям в разы будет. Давай начнем, почему бы и нет. Так, генератор. Давай работай, а то все медленно очень делается. Хотя... Ну фиг знает, сейчас работает, получается, солнечные панели. Ветрогенератор не работает. Не, ну ладно, пусть будет. Очень медленно делает как-то. А мне вообще чем нужно пока заняться? Это сделать склады какие-нибудь. Особо большая платформа, тут железо нужно. Вау, офигеть, тут ячеек просто. Вот это вот бы надо было открыть, но пока железа нет, это мы делать не будем. На особо большой склад тоже нужно железо, еще и сталь. Ну-ка, сталь из чего здесь делается? Карбид вольфрама, вольфрам и углерод. Нам для чего-то он нужен был? Я не помню сейчас для чего, но, в принципе, его не проблема будет сделать. Графен, в смысле графен, а, ну понятно. Так, алмаз из графена и графена. Гидразин, силикон, порох, сталь, железо и углерод. Ну, понятно. Нам для всего этого нужно только железо. Так, давай еще посмотрим. Платформа обмена, 2000 байт. Кстати, у меня там камера работает? Нет. А, давай вот эту вот штуку сюда вставим. И запустим. Угу. Все отлично, все хорошо. Ага, у меня мало осталось образцов для исследования, поэтому потом пойдет у нас керамика в ход. Керамика вроде 300 байт дает, это неплохо. Так, алюминий весь отсюда скину. Глину пока обожгу. Глина в чистом виде мне все равно не нужна. Так, все что ли? Две глины? А, ну вот, у меня ж, да, керамика тут переработанная уже. Давай, почти закончил. Но для него сейчас, наверное, нужно будет очень много чего. А я смогу со своего старого шаттла снять двигатель? Да. И, кстати, по части двигателя мне сказали то, что можно летать вообще хоть куда на этом двигателе. И в одну сторону, и в другую. То есть его на туда и обратно хватает. А не только на туда, как там написано. Так, только давай это... Ты как-то тут завалился немного. Ай, мне бы модификатор этот, выравнивателя. То есть, чтобы я выровнял здесь все. Потому что мне базу сейчас строить. Да, ты там закончишь когда-нибудь? Че, генератор перестал работать? Да? Давай закинем. Угу. Все. Давай, 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 давай. Там пимпочка всего лишь осталась. Все, готово. Ага, давай его сразу на этот поставим. И, кстати, я понял, место для приземления мне сейчас как раз-таки понадобится для того, чтобы потом приземляться вторым шаттлом. То есть это место для посадки занято малым моим шаттлом. А потом нужно будет, наверное, еще одну поставить такое место для приземления здесь, только уже для большого. Так, войти. Вот, тут есть два коннектора, получается. Так, ну это генератор кислорода и все, что ли? Не, ну сюда можно два склада, да, поставить? Я думаю, влезет. Надо будет проверить. А давай сейчас так и сделаем. Где у нас склад делается средний? Вроде на маленьком принтере. Средний принтер, два соединения. Ну, блин, одно у меня есть, а второе надо будет сейчас накопать. Угу. Так, генератор кислорода еще сейчас вспомнить надо будет, как он делается. Так, соединение уже готово. Ну, больше собирать не будем. Сейчас они мне не нужны. А, давай сюда. Угу. Какой средний принтер? Средний склад мне нужен. Так, для среднего склада нам нужно две смолы. У меня они есть. Давай сюда ложить. Ты можешь как-то быстро это взять? Нет. Либо я не знаю как. Так, давай вот так. И поехали. Что-то я проглядел то, что это был малый принтер.
Опять энергии ни хрена нет. Только ветрогенератор один крутится. Угу. Так, а это что, аргон требуется? А, это для стали. Титановый сплав, наноуглеродный сплав. Воу, гелий. Топливо нужно еще какое-то. А что за топливо? Подожди, гидрозин. Ну, ясно. А сюда поставится этот маленький-то двигатель? Ну-ка, давай попробуем его перенести. Ну да, отлично. А, я даже могу, наверное, генератор кислорода, да, сюда поставить, чтобы сейчас не заморачиваться с этим всем. Так, что ты там сделал уже? Да. Давай, распаковываем. Угу. Эй, что не взялся-то? Так. И... Давай. Да. Встала. Только я думал, она типа раскроется как-то. Можно как-нибудь раскрыть ее? Хотя мне, в принципе, без разницы. Нужно еще один склад сделать. Для этого нужно еще здесь смолу сделать. Ой-ой, тихо. Вот так вот, чтобы она раскладывалась. Угу. Сейчас нужно побольше этих, хотя бы малых, ну, точнее, средних складов понаделать. И сюда везде понаставить, на базе. Что я вот так вот храню. Блин, всего лишь две ячейки, так было бы 8. Все, теперь у нас все готово. И можно лететь за железом на Новус. Так, два склада. Это получается у нас 16 ячеек, плюс наши еще ячейки. Вообще отлично. Мы сможем побольше лития и железо ухватить. Запустить. Поехали. Самое главное, чтобы средний шаттл также затрачивал двигатель, как бы, как и малый. Так, вылетели на орбиту. Теперь давай, ну, запустить. И ищем Новус. Это Атракс. Это Калидор, Дезола. Новус. Вот он. Маленькая такая планета, сложность средняя. Ресурсы. Основной гематит, второстепенный литий. Газы, водород, метан. Описание. Разряженная атмосфера. Покрыта лесами и кратерами. Энергия крайне солнечная, высокая ветренность. Полетели. Нормально все. Так. А, по поводу порталов еще вот этих вот, ну, блин, алтарей. Я узнал, что это порталы. То есть между ними можно телепортироваться. Так, куда садиться-то будем? И надо будет на нашей планете активировать второй этот алтарь и попробовать этот портал. То есть мы можем с одной стороны планеты на другую садиться. Ну давай, блин, здесь где-то. Тут все одинаковое. А, мы возле этого алтаря как раз садимся. Уже портала. Прям к нему сели. О, тут еще что-то разрушенное. Сразу можно посмотреть. А, что там? Так, к поросшей лесом луне. А, я с собой опоры, да, не взял. Класс. А, самое главное, забыл. Я-то думал, блин. А, что не так? Что я не взял с собой? А вот что оказалось. Так, ну давай туда сбегаем сначала. Вот тут какая-то фигня лежит. Нам соединение, вон они, нужно найти. Так, это что? Обломки утиль. Удлинители. Ну давай заберем, почему бы и нет. Угу. Так, соединение сейчас соберем, нормально опору сделаем. Это что за звуки? А, это ветер такой, нифига себе. Так, соединение готово. Ну, давай две штуки соберем. Хотя нет, давай сразу штуки три, потому что мы сейчас много будем ходить. Все, готово. Теперь побежали, воздуха хапнем. Так, тут больше ничего нет. Нужно вот эти вот обломки все посмотреть, может быть, что-то еще интересное найдем. Вот я еще ни разу удлинителей не находил. Хотя пока что они вообще... не очень-то нам понадобится. Они на базе нужны будут, чтобы больше платформ ставить, или дальше их ставить, или куда-нибудь что-нибудь тянуть, какую-нибудь энергию для чего-нибудь. Так, все. Тут у нас все готово. А, ну в принципе, пофиг, пусть тут и лежит. Угу, давай сюда. Так. Посмотрим, что у нас здесь. А потом начнем искать уже железо и... литий. Так, давай заберешься, да, все отлично. А вот это вот
Так, все присоединилось. Это что такое интересное? Ну, это просто какая-то органика, и на ней образцы. Так, обломки. Понятно. Это что? Ну-ка, давай откопаем. Это шаттл какой-то или что? Да, вроде. Ну-ка. Угу, тут что-то есть внутри. Гидразин, топливо. Давай заберем. Кварц. Я думаю, гидразин нам еще понадобится. Аммоний. Ну, такое себе, конечно. Именно по ресурсам. Ну, сойдет. Так, и теперь... что, мне как-то нужно это откопать? Чтобы до чего-нибудь еще добраться? Или это все, что было здесь? Что-то мне кажется, это все. Да? Ну, тут точно ничего нет. Тут просто солнечные панели. Так, тихо, не падай. Давай попробуем вот это откопать. Это обломки простые. Ага. Так, не, тут ничего интересного. Так, в какую сторону мне двигаться? Блин, материал для исследования. Я бы, конечно, хотел проверить, сколько он дает байт. Но он очень много места будет занимать у нас. Вон там еще что-то есть. Тут у нас смола растет. Но смолы у нас и на нашей планете достаточно. Так, давай, беги-беги. Угу. О, блин, опять силовая ячейка. Я думал, уже аккумулятор. Ай, ладно. Так, с какой стороны заходить? Давай куда-нибудь сюда поставим пока. Дальше тянуть не будем. А, вот вход. Наверное, нет. Тогда с другой стороны. Но, блин, давай вот так вот копаем, чтобы не упасть. Я сказал не упасть. И вот это вот. Все взорвем. Что, умирать я не собираюсь. А, ну вот, можно еще изучить. Я здесь зайду? Да. Нормально. Давай тогда вот так вот. И тут есть склад. Без ресурсов. Я могу склад, конечно, забрать, но я его на шаттл не поставлю. У нас уже стоит два склада. Так, вот начинается опять проблема эта с камерой. И че, и все? Как-то не густо. А вон наверху. Наверху что-то есть. Так, как мне туда посмотреть? Вот, это что? Гематит. Ну, одно железо уже нашли. Лом. Офигеть, его можно так найти. Давай его сюда выгрузим. Это вроде глина у нас. Тихо, тихо. Воздуха, воздуха хапнуть. Угу. Так, что скидывать-то будем? Обработанный аммоний, топливо. Давай пока, наверное, вот так вот сделаем. Вот это вот скинем. Заберем эти ресурсы и отнесем уже, что у нас есть на шаттл. Лом по-любому нужно забрать. А вот насчет глины я сомневаюсь. Мы ее, наверное, здесь кинем где-нибудь. Да, давай скинем. Гидразин — это нужная вещь. Силовые ячейки. Ну давай с собой пока потаскаем, вдруг где-то пригодится. И аммоний. Блин, удлинители, прощайте. Угу. Удлинители, если что, потом сделаем. Так. Давай положим, что у нас уже есть. Где там мои склады? Гематит, аммоний, гидразин, лом, кварц. О, сложно. Органика, что у меня делает органика вообще? Давай вот это вот пока здесь положим. И силовую ячейку, наверное, все-таки тоже. Так, фонарь стоит, все, все хорошо. Что-то тут он, у меня принтер этот в рюкзаке мандражирует очень сильно. Давай теперь в ту сторону прогуляемся. Пока я не вижу лития, мне он очень нужен. Ну, я думаю, это нужно будет снова в пещеры спускаться. Так мы ничего не найдем. Вы издеваетесь. Силовая ячейка. Мне когда-нибудь вообще аккумулятор попадется? Нет? Так, давай, ладно, посмотрим. Это что? Нет, это не пещера. Нужно найти где-нибудь поблизости вход в пещеру. И уже туда тянуть опоры. Давай посмотрим, что здесь у нас. За этим пригорочком. Давай немножко проходец себе сделаем. Ага.
Тут просто какой-то кратер, а это что? Аммоний. Природный ресурс. Это, конечно, хорошо, но, блин. Я не этого, как бы, ожидал. Черт. Так, ладно, тогда в эту сторону пойдем. Предмет для исследования совместимо с камерой. Да, если б тебя просто было еще так... Ох ты. На базу переправить. Надо как-то спуск сделать. Тут нормально рубится. Тихо. Падать нельзя. Ага. Давай сюда тянуть. Я думаю, я знаю, что сделать. Мы будем не спуск делать, а просто сейчас вот так вот напрямую. Проходец. Такой туннельчик сделаем. Так, кислород. И тут далеко еще? Не, совсем близко. Нужно было чуть-чуть пониже, наверное, рубить, но так тоже сойдет. Почему бы нет? Так, давай нормально тут как-нибудь сделаем. Вот, все. А опор нам хватает? Ну, пока вроде да, если что, сбегаем еще за соединением. Это что? Это просто трава, органика. Давай. Подцепляемся. Какой-то долгий спуск тут. Ну, то есть, без ресурсов, без нифига. А, вон, уже вижу что-то. Это что? Нет, это не ресурс. Это просто какие-то камни. Так. В эту сторону тупик у нас. Угу. Так, давай, давай. Опору кидай. Ой, а тут обрыв. И опять силовая ячейка. Я уже просто молчу. Это у нас кварц. Давай как-нибудь прорубим. Где мы тут спуститься сможем? Что за звуки? Так, камень. Иди отсюда. Все, пропал. Давай как-нибудь. Так. Все, вроде комфортный спуск. Более-менее. И давай смотрим, тут соединение есть. Ага. А это что? Что только что мигало? Тут что-то есть. Нет? Ну ладно. Так, кактус эти. Силовая ячейка. Да, что ты застрял? Так. Ага. А, капсула. Запитать нам ее нечем. Но неплохо было бы получить эту штуку, которая 1350 байт дает. Это вообще самое классное пока, что я видел. Ой, начинаются поиски, и я вот Вольфрам в прошлой серии так задолбался искать. Столько времени по этим пещерам пролазил. Я надеюсь, с железом и литием будет попроще. Мне кажется, железо-то мы найдем. Так, у нас кончились опоры. А вот с литием придется, наверное, попотеть. Так, на потолке там ничего нет. Это что? Ничего. Давай. А где еще соединяшки? Вот здесь, здесь где-то под землей. Так, одна есть, и давай еще вторую. А это что за... Что за искры только что были? Это странно. Соединение готово. Это что у нас? Предмет для исследования. Я бы, конечно, хотя бы один, тем более из пещеры, вот такой вот интересный, забрал бы. А, но он вроде 4 ячейки займет. Сразу на складе. Так, комплект опор. Давай. И пойдем куда-нибудь в ту сторону. Так. Здесь проходец, можно вот так вот вырубить. Не падай на меня. Да. Закрыло мне проход. Ой, как-то пусто. По ресурсам как-то вообще все очень плохо. На меня сталактиты падают сверху. Может быть, еще ниже куда-нибудь нужно спуститься. Вот, например. А, да? Тихо. Так, нет, это фигня какая-то.
Давай просто пробежимся здесь и посмотрим вокруг. Вот это что? Это гематит, да? Ну, да, это гематит. Так, образец, и давай тянем. Наверное, весь инвентарь гематитом забьем, а потом пойдем еще на поиски за литием. Так. Так. Отлично. Так, стоп. Так, давай. Ну и сюда еще одну воткнем. И вот тут нормально. Должно быть. Вроде как. Да. Хорошо, сейчас полный инвентарь забьем. Можно еще две опоры здесь, или три. Да, у меня три. Три опоры здесь где-нибудь сразу кинуть наперед, чтобы еще одна ячейка освободилась. Но гематита, я думаю, надо побольше с собой взять, чем лития, хотя бы на немного. Потому что он намного нужнее. То есть железо везде применяется, плюс потом еще во всех этих сплавах. А вот лития я там маловато видел. Ну, в основном это батареи и все связанное с энергией. Так, одна штука у меня уже вывалилась. Вот это забираем. Так, давай. И теперь смотрим, в какую сторону идти дальше. Тут кидаем. Может быть, лети где-нибудь пониже, а может быть, он вообще где-нибудь на поверхности просто так. Он как аммоний растет. Так, все. Это мы все истратили, да? А тут пусто. Зачем я сюда-то протянул тогда? Ладно, это не важно. Тогда я сейчас заберу. Где оно у нас? И вот. Ну. Все. Тогда я это сейчас забираю и иду относительно шаттл. Решил пробежаться по округе, чтобы посмотреть, не на поверхности ли литий находится. И встретился с опасным каким-то растением. Оно меня шарахнуло по башке. Короче, так, тут мы добежим сейчас до капсулы. И возьмем предмет для исследования. Потому что мне очень нужны байты. Давай здесь как-нибудь вот так вот сделаем. Ага. И сейчас покажу это растение. Где оно у нас? Я его хочу срубить. Вот оно. Ага, сразу смотришь на меня, да? Давай. Так. Ну. Угу, все, взорвалось. Так, стой, стой, стой. Одна упала. Черт. Ладно, доставать я ее не буду. Так. А, это же то? Подожди. Вроде да. Нет, это не то. Черт. А что это у нас за знак такой? Давай-ка глянем быстренько. Ресурсы. Я почему-то так быстро глянул. Это что? Мне показалось. Это литий. Сюда литий нужен. Литий-то я еще не нашел. Блин, ошибся. Немного, блин, задыхаемся. Беги, 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 беги. Не смог я найти все-таки литий. Я не знаю, я и на поверхности очень много бегал. И в пещере прям супер много бегал времени. Еще, кстати, меня вот не предупреждали здесь о планете, то, что здесь все растения очень опасные. Ну, они там кидаются какими-то красными шарами. Некоторые подкидывают тебя. Ну-ка, давай вот найдем. Вот, например, язык какой-то. Бац, все, я полетел и... Ладно, нормально. Думаю, уже в кактус сейчас врежусь. Так, давай вот это вот просканируем. Ну и как бы я уже решил, что все, вот. Еще одно растение. Эти штуки взрываются. Я уже решил то, что как бы я гематит соберу и уже полечу. А вот в подтверждение тому, сколько времени я здесь находился, просто посмотрите на байты. 30 тысяч. 30 тысяч байтов. Плюс я еще нашел динамит. Так, это образец. Вот эти вот образцы я тоже взял, чтобы их в камере поисследовать. И я запаковал минерал. Предмет для исследования, который мы, ну, не утащили бы так. Я нашел упаковщик там где-то и просто упаковал, все, и она одну ячейку теперь занимает. А еще я успел умереть. И тут еще было удивление в том, что так, все, все хорошо, да?
А я думал то, что я сейчас возражусь на базе. То есть и мне придется снова лететь на эту планету, чтобы забрать весь свой лут, шаттл забрать этот, как бы... Ну и один шаттл в любом случае бы остался типа на этой планете. Так, все, давай Сильву искать. Но я возродился... Так, вязание, Сильва, полетели. Я возродился на шаттле, и все хорошо. Правда, труп я свой так и не нашел. Блин, если кто знает, что, ну, хотя бы где литий находится, на поверхности или в пещере, где я, а вот, то обязательно напишите, может быть, там что-то такое есть, какой-то секрет, потому что я не понимаю, я столько бегал, я нашел там этого гематита, столько залежей, ну, как бы, с этим проблем вообще не было. Где моя база? Эй. Ну вот она. Теперь точка приземления здесь одна у нас. Потому что вторая занята. Так, в следующей серии нужно обязательно ко второму телепорту этому скататься. Так, давай приземляемся. Отлично. Так, выйти. Давай, что мы делаем? Это пока здесь пусть остается. Нужно закинуть гематит. Сюда, наверное. Так. Алюминий нужно выбросить. Ладно, это потом я сделаю. А сейчас я хочу проверить, сколько даст нам в камере. Вот эта вот штука. 810 байт и 30 минут. А, ну 30 минут, наверное, из-за того, что сейчас с энергией проблемы. Да? Ну, в принципе, неплохо 810. Так, давай это скинем. И вот этот вот упакованный материал. Минерал. Точнее. Давай его сюда поставим. 2430. Офигеть. Давай сразу. Изучай. Ну, этот образец, он 1350, скорее всего. Это обычный. Хотя, может быть, то, что он найден там на другой планете или что-то в таком роде. Может быть, это что-то и меняет. Ладно, в следующей серии уже займемся всем тем, чем мы хотели заняться. А на этом я уже буду заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.